Николаевич, ну, коротенько о матче. Что понравилось, что... Что понравилось? Да, ну, что, если говорить о матче, в целом я считаю, что ребята сыграли достойно. Все-таки мы играли с командой премьер-лиги российского чемпионата. Такая хорошая, крепкая команда, которая будет бороться в своем чемпионате, скажем так, за выживание. Тем более, что они в этом году еще укрепились с квалифицированными футболистами. И поэтому для нас это тоже была проверка, как бы сыграть достойно против этой команды. Ну, в целом, я остался доволен игрой в обороне, как ребята там играли, перестраивались, сражались, будем говорить, выполняли установку. Но что касается в созидании, конечно же, здесь у нас есть проблемы, над которыми нам надо еще работать и наигрывать вот этот состав. Правда, сейчас на днях мы ждем еще усиления в опорной зоне. И я думаю, что после появления этого игрока уже можно будет наиграть полноценный состав. Есть какие-то моменты, которые особенно вот в памяти остались после этой игры? Ну, после игры в памяти остались те моменты, которые были, создали мы. Конечно, это нужно было решать. Вы видели, да, момент был у Савича, который мог, обязан такого уровня футболист забивать эти мячи. Плюс еще у Щеткина хорошие моменты были. Но, к сожалению, реализация немножко подвела. Ну, штанга жулпы. Ну, что штанга жулпы в первом тайме, да. Ну, это а вот те моменты, которые были именно у Савича и у Щеткина, эти мячи нужно забивать. Я всегда говорил, в штрафной нападающий все время должен быть хищником. И поэтому он такие моменты не должен был упускать. Но есть над чем работать. Спасибо, Владимир Николаевич. Пожалуйста.